водятся дикие черепахи. Они тут везде, везде лазят, по лесам, по полям, под кемперами живут. И одна заползла к нам. Ее зовут Соня. Черепаха. Сейчас мы пойдем в город, погуляем, посмотрим море, выйдем, так сказать, в свет из нашего кемпинга. Уже 8 часов вечера, люди еще купаются. Это главная улица Жульяна. Да, да нет. Не одна единственная, я думаю. Улица. Главная что одна. Там? Да ну нафиг. Тут вино, мы ж тогда повозили. А ну там очередь целая. На обратном пути зайдем. Вино продают по вечерам. Деревня Жульяна очень маленькая, тут живут всего лишь 200 жителей, и все друг друга знают. И у кого есть что на продажу, выставляет, вот таким образом продают. Вот стоят продукты, картошка, яблоки, и стоит банка для денег. То есть, если вам что-то надо, вы берете банку, ложите сюда 5 кун и забираете продукты. На улицах продают всякие сувенирчики, всякие бусинки. Сейчас вечер, народ бухает в кабаках. Лена лезет тоже, хочет посмотреть на закат. Достает свой супер телефон. Не буду говорить, как он называется. Сони. Чтоб не делать рекламу. Здесь есть прогулочные яхты, на которых можно кататься, вечерние прогулки делать, дневные прогулки, заниматься дайвингом, просто кататься. Вот такие вот яхточки. Солнышко уже совсем село за гору. Сейчас тоже пойдем в кемпинг готовиться ко сну. Дети будут смотреть кино, как обычно, или в интернет выйдут. Вот такой вот городок Жульяна, где живут одни рыбаки. Кот охотится на Саньку. Санька ходит.
Сань, смотри, кисонька. Кисонька. Саня. Кисонька вон. Саня, Саня, вон, ты слепая? Стой, стой! В Жульяне есть даже свой винный погреб, где можно купить домашнее вино на разлив. Вино Жульяна. Красное, белое. Жульяна. Иди попробуй, Лен. Разлика 20-30. Червоное 30, а белое 20. Какое хочешь? Белое? Ну давай, красное. Белое 20, червоное 30. Красное. А белое, я хочу белое попробовать. Ну попробуй белое. Давайте белое. Чуть-чуть и белое. И белое, и красное попробуй. Язычок махнуть. Иди, пробуй. А ты здесь молодцы. Красное. Вкусное? Ну возьми бутылку.